сегодня для вас представляем новую осеннюю коллекцию. Посмотрите на Надю, на меня и на наше следующее предложение. Да, это новая коллекция. И она может стать вашей прямо сейчас. Еще и цены сегодня на новую коллекцию снижены. Цена премьеры действует и на сарафан. Полин, посмотрите, дорогие мои, я для себя сделала выбор. Мне очень нравится. Обожаю сарафаны. Знаешь, почему? Ой, да, почему? Потому что их можно надеть подо что угодно. Под праздничную белую блузку, под футболку, под водолазку, в конце концов. Отлично. Слушай, это хорошее предложение. То есть, если ты отправляешься на торжество, ты под сарафан одеваешь праздничную шелковую блузку. Да? А если ты отправляешься на работу, как сегодня, то под сарафан можно одеть удобную водолазку. Да? Отличный выбор. Водолазка Скарлетт и сарафан Полин. Это выбор Оленьки. Я вообще думаю, Оль, что сейчас твой сарафан просто разлетится. Во-первых, удачный цвет, а во-вторых, очень красиво сидит на фигуре. Мне очень нравится. Ты знаешь, самое главное, вот что я ценю в вещах. Красоту, безусловно. То, чтобы они были оригинальные и модные, да, конечно. Но самое главное, что для нас это комфорт, потому что мы в этом сарафане будем с вами пребывать целый день. Вот с утра надели и побежали на работу за детьми. А потом вернулись домой, еще надо мужу время уделить. Дорогие мои, мы должны быть красивы, но нам должно быть комфортно. А это самый комфортный в мире сарафан. Сейчас мы разберемся, почему. Так, почему? Потому что его можно носить каждый день, и поэтому мы рекомендуем вам взять два цвета. Потому что уж одним цветом вы не обойдетесь. Если, как Оля сказала, и в пиры, и в миры, и в детский сад, и на работу. Возьмите два цвета. Возьмите красивый графитовый, как на Оленьке, и возьмите классическую черную расцветку. Кстати, черный сарафан легко сделать нарядным, дополнив именно шелковой блузой. Да, кстати, вот эта вариация вообще самая классная будет. Смотри, белый верх, да, черный низ. Вот прям вот дресс-код на работу. Мне очень нравится. Самое главное, дорогие мои, размерный ряд от 50 до 60. Надя, ну вспомни, когда мы с тобой вместе походили в магазин. Так. Мы с тобой еще раз убедились на телеканале Шоп-н-Шоу делать покупки очень удобно. Мы с тобой пытались на себя примерить 50-е размеры, но это невозможно. Втиснуться невозможно, они маломерят. А у нас от 50-го до 60-го. И, Надя, скажи, пожалуйста, наши размеры маломерят или нет? Конкретно, если мы говорим про эту модель, нет. Это российское производство, это российская сетка размеров. Как узнать свой размер? Замеряйте вот здесь вот по линии груди на самых высоких точках, обязательно в белье. И этот полученный результат делите на 2. Например, у вас обхват по груди 104, делите на 2, получаете 52 размер. Все просто. Итак, узнали свой размер, заказали свой размер сарафана Полин. Вот так будет сидеть на вас, как на Оленьке. А еще у нас есть модели, которые уже готовы нам продемонстрировать посадку. Да, действительно, многие из нас, мы все разные. Мы все разные, у кого-то грудь побольше, у кого-то грудь поменьше. Бедра широкие, бедра узкие, как у меня. Но обратите внимание, что на телеканале Шоп-н-Шоу мы подбираем для вас таким образом одежду, чтобы она гармонично смотрелась на любой фигуре. 2990 рублей. Ваша экономия 400 рублей. Да, это новая осенняя коллекция. Но сегодня она уже у нас по сниженной цене. Отличное предложение. Я сейчас отправлюсь к модели, потому что я хочу заострить внимание наших телезрительниц на комфорте. Смотрите, какая длина. Вы видите, насколько это удобно. При том, что наша модель девушка высокая, у нее 178 рост. Если вы чуть пониже, то сарафан даже будет дальше прикрывать ваши колени. Но и это, Оля, еще не все. Я уверена, что ты оценила свободу. Давайте посмотрим на свободу. Вот она. В области животика у нас здесь есть свобода. Как вот показать в профиль, чтобы вы меня поняли, о чем я говорю? Вот она, посмотрите. То есть у кого есть животик? У меня есть животик. Я люблю такие свободные вещи, чтобы ничего не было заметно. И последний мой акцент, но не последний по важности, это, конечно же, зона декольте. Посмотрите, мы здесь обошлись без базовых боковых выточек, но у нас центральная защип, центральная выточка, она так красиво преподносит грудь, она так изысканно силуэт подчеркивает, вы сами это прекрасно видите. В общем, ты знаешь, это, пожалуй, единственный сарафан, который я могу назвать нарядным сам по себе. Он нарядный, он удобный, он просто создан для вас, для вашей фигуры. Дорогие наши, посмотрите, как он комфортно сочетается с блузой, с воротником, ну, назовем ее водолазкой. Заказывайте готовый образ.
образ. Экономьте на бесплатной доставке, получайте удовольствие о новых вещах и, конечно, чувствуйте себя свободно. Посмотрите, дорогие мои, в груди ничего не пережимает, все идеально садится, размер в размер. Вот здесь животик не подчеркнут, я не буду обнимать его рукой, да, он у меня есть. Но его же здесь незаметно, его нет, Оля, в нашем сарафане, который приталенно очень подчеркивает твою шикарную фигуру. Поэтому спасибо. Я называю его нарядным сарафаном, сарафаном на каждый день, но в то же время вы будете просто блистательно выглядеть в этой модели. А еще мне нравятся здесь и кармашки, есть очень уютный, очень потрясающий сарафан. Звоните, заказывайте прямо сейчас.